Здравствуйте, вы смотрите новости Первоуральска. В студии Виталий Мотин. Сегодня я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях нашего города. Уже этой ночью в Первоуральске начнется масштабная промывка и дезинфекция городских водопроводных сетей. Как поясняют специалисты, для этого используют повышенную дозу хлора, поэтому воду из крана рекомендуют использовать исключительно для технических нужд. Горожанам рекомендуют заранее запастись водой. У нас на территории города во все мероприятие будут курсировать 4 автоцистерны передвижных с питьевой водой. Вода будет в передвижном автотранспорте набрана из скважины на поселке Магнитка. Можно пользоваться. Набрать ее можно в автоцистернах, которые будут курсировать по разным районам Первоуральска. Машины выйдут на маршрут с 8 утра. Они будут останавливаться у детских дошкольных учреждений, зданий городских больниц, а также непосредственно в крупных районах. На каждой точке автоцистерна будет находиться 45 минут. Запастись питьевой водой можно и на скважинах в микрорайонах Талица, Ельничный, Шайтанка и Пильный. Напомним, окончание работ запланировано на воскресенье 18 августа. Как сообщают в ВДК, по итогам промывки будут произведены все необходимые исследования воды и дано заключение. По всем вопросам, связанным с подвозом воды, первоуральцев просят обращаться по телефонам 22 83 33 и 66 79 87. Размер прожиточного минимума в Свердловской области увеличили почти на 15%. Такое решение было принято сегодня на заседании регионального правительства. Отмечается, что именно от этого зависит и размер соцпособий уральцев. Изменятся такие выплаты, как, например, оказание соцпомощи малоимущим семьям, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, выплата на детей до 3 лет, пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, соцдоплаты к пенсии и другие. Так, в следующем году в денежном выражении прожиточный минимум составит 19 136 рублей для трудоспособного населения, 15 098 рублей для пенсионеров и 17 029 рублей для детей. Размер прожиточного минимума устанавливается ежегодно в соответствии с федеральными правилами. Почти 20 дорог приведут в порядок. В Первоуральске продолжают реализацию комплексной программы по благоустройству. Сегодня глава города Игорь Кобец оценил ход ремонтов межквартальных проездов. Подробнее расскажем в сюжете. Эта дорога соединяет дома на улицах Малышева и Ватутина. Как говорят местные жители, ремонт здесь ждали давно, а автолюбители и вовсе предпочитали объезжать это место стороной. Конечно, удобнее проезжать. Покороче, пока дорога стала. Тут пыль всегда, грязь стояла. Сейчас чище, удобнее. Я тем более постоянно на машине езжу, мне удобно. Сегодня оценить ход работ на межквартальном проезде приехал глава Первоуральска Игорь Кобец. Сейчас здесь осталось завершить благоустройство после ремонта. Протяженность участка составила около 200 метров. В первую очередь под ремонт попадают те межквартальные проезды, где находятся объекты социальной направленности. Выполнены ремонты по выравниванию слоев дороги, да, и укладке асфальтобетонного покрытия. Сформирована парковка вдоль детских садиков для удобства граждан. Обустройство парковки – часть работ при проведении ремонтов межквартальных проездов. Например, на проспекте Космонавтов учли пожелания горожан и организовали удобную автостоянку в рамках благоустройства территории у 5-й школы. Дорогу вдоль многоэтажки также отремонтируют в этом году. Ремонты ведутся в сроки. Хочу отметить, что в этом году мы делаем 9 межквартальных проездов, и 9 межквартальных проездов будут делать управляющие компании. Мы выделили субсидию управляющим компаниям, на которые они заявляются. Там, где межквартальный проезд находится на земле, принадлежащей МКД, соответственно, это позволяет управляющим компаниям сделать там ремонт. Еще один масштабный ремонт провели в районе улицы Чкалова. Здесь привели в порядок участки дороги общей протяженностью почти 400 метров. Очень хорошо стало. Дороги сделали, а то ведь тут вообще невозможно было проходить. Ямы, рытвины сделали. Дороги прямо очень хорошо.
мы все довольны. Ремонт межквартальных проездов проводят в рамках комплексной программы по благоустройству. Ее основная задача – сделать Первоуральск комфортнее и безопаснее. Дмитрий Солюков, Петр Спиридонов, новости Первоуральск. Почти 25 тысяч мальков дикого сазана выпустят в водоемы Свердловской области. Зарыбления пройдут на Верхнесесерском пруду, Новомариинском и Волчихинском водохранилищах до конца этого месяца. Как говорят специалисты, сазан способствует очистке водоемов. Она очень хорошо себя ведет в водоеме, то есть она быстро растет, она потребляет много органики, которая там много живности, то есть хорошая рыба. Она рыхлит дно своим вот этими ротиком, она любит со дна собирать всякую, все, что там живет. Чтобы не травмировать мальков, в водоем их выпускают через специальный рукав. Особи этих карповых пород вырастают до 30 сантиметров в длину. Питаясь органикой со дна, новые обитатели будут очищать водоем от ила и грязи. Это лишь первая партия новоселов. Водохранилища будут зарыблять регулярно в течение 5 лет. А всего до конца этого года в уральские водоемы выпустят еще несколько десятков тысяч мальков. Зарыблением специалисты занимаются на протяжении 10 лет, а с 2018 года эти мероприятия включены в нацпроект «Экология». Поголовья рыбы уже пополняли в Верхнемакаровском и Волчихинском водохранилищах, Черноисточинском пруду, озерах Песчаное и Балтым, Невьянском, Шайтанском и Староуткинском прудах. Здесь у нас был ремонт гидротехнического сооружения. Сейчас воды много, в прошлом году было меньше. И после ремонта идет наполнение водоема. И по государственному контракту в этом году с Министерством природных ресурсов Свердловской области мы выпускаем в несколько водоемов области, среди них это и Верхосецкая, и в Сесерти, порядка 25 тысяч в данном случае мальков. Вообще в Свердловской области, кроме Министерства природных ресурсов, зарыблением, как правило, осенью у нас занимаются предприятия, которые являются природопользователями, на которые осуществляют водопользование. Королеву шарлотки выбирали в Музее истории плодового садоводства Среднего Урала. Самые оригинальные и необычные рецепты классического пирога с яблоками в следующем сюжете. Глаза из черного винограда – усы – жевательная конфета, а туловище покрыто сливочным кремом и посыпано тертым миндалем. А все вместе – необычная шарлотка в виде гусеницы. Автор этого десерта – школьница Маргарита. Самая юная участница кулинарного конкурса сама придумала форму своего пирога. Для своих 9 лет она уже опытный повар и готова к гастрономическим экспериментам. Почему именно гусеница? Ну, потому что я придумала название и уже по названию сделала. Рулет, крем и яблоки. Сложно было готовить? Кто-то помогал тебе? Мама. Это буквально пир на весь мир. Только здесь, на кулинарном конкурсе «Королева шарлотки», понимаешь, насколько, казалось бы, классический рецепт яблочного пирога может быть разнообразным. Это гастрономический симбиоз яблок с малиной, смородиной, ванилином, корицей, шафраном и другими продуктами и специями, которых в привычном для нас варианте этого блюда вот уж точно быть не должно. Но они здесь есть, и это делает уральскую шарлотку весьма оригинальной. Участники делятся рецептами, которые точно должны удивить настоящих гурманов. В составе есть секретный ингредиент, который придумала моя мама, добавлять в шарлотку йогурт. Вот. Ну и также я решила дополнить шарлотку не только яблоками, но и персиками. И вот итог. 7 ароматных пирогов стоят прямо перед глазами. Но есть их гостям нельзя, пока суровое жюри не попробует каждое блюдо и не определит победителя. Поэтому участников и гостей кулинарного праздника приглашают на прогулку по Музею истории плодового садоводства Среднего Урала. Этому селекционному саду более 100 лет. Здесь вывели 38 видов яблонь, 9 видов груши, 66 кустов вишни, пригодных для наших широт. Ну а после подведения итогов конкурсные образцы были съедены до последней крошки. Екатерина Сердитых, новости Первоуральск. Сотни моделей обуви, верхней одежды и новое поступление трикотажа. Ярмарка ивановского текстиля и белорусской обуви на все времена года продолжает работать в Первоуральске. Подробнее о большой распродаже расскажем в сюжете. Туфли, сабо, ботинки, полуботинки и сапоги. На ярмарке белорусской обуви представлен широкий ассортимент. На выбор сотни моделей. Они подойдут и на проблемную ногу. Сейчас здесь готовы удивить покупателей большим поступлением осенней обуви. Я сегодня приобрела очень удобные ботиночки на осень. Очень мягкие, очень удобные, комфортные.
с выступающей косточкой мне довольно-таки комфортно. На распродаже ивановского текстиля большая линейка постельного белья из бязи, сатина и поплина, а также подушки из лебяжьего пуха, льна, бамбука, верблюжьей шерсти, есть и специальные для снятия боли. А еще покрывало, простыни и одеяло с разными наполнителями. Здесь же новое поступление трикотажа. Я искала себе домашнее платье или туника, чтобы дома ходить было в чем. Пришла сюда, здесь как раз хороший товар, чистый хлопок и очень приятно к телу. Я считаю, очень даже прекрасно. Можно приобрести все в одном месте. И трикотаж, и текстиль, и подушки, и одеяло, и обувь. Не нужно никуда ходить искать. Экономит очень много времени. На распродаже можно приобрести и верхнюю одежду. Ярмарка белорусской обуви и ивановского текстиля проходит ежедневно на третьем этаже торгового центра «Пассаж» по адресу проспект Ильича, 28В. Время работы ярмарки с 10 до 19 часов до 31 августа включительно.